Вот обычная прокатка картин через станок. А сейчас я покажу, как это делается бендером. Всем привет! Сегодня я вам покажу, как делать картину ручным лесогибом. Вот, называется бендер. У меня он Вука. Есть вот такой одинарный. Вот, но этим гораздо легче двойным катать. Они могут быть самодельного производства. Там всякие австрийские. Это не знаю, Вука. Чей этот, не знаю. Вот. И, ну, разного. Есть, если на ютубе загуглите, там ручной листогиб бендер. Там вам и самоделки выйдут, и остальные, какие хотите, короче. Можете даже сами сделать, потому что конструкция у него, в принципе, простая. И люди делают сами эти бендеры. Вот. Можно делать на столе. У нас есть листогиб, с ним удобней. Мы покажем с помощью листогиба в качестве держателя. То есть выставляем или на столе работаете, или в листогибе зажимаете, выдвигаем первую полку. Мы будем сейчас катать малый фальц, вот, ну буквально на 2 сантиметра, чтобы он жестко стоял. Если вы работаете на столе, то зажимаете прищепками. Выставляем бендер на 1 сантиметр. У разных бендеров может быть по шкале, ну, разница. Лучше возьмите линеечкой, отмерьте, допустим, сантиметр, вот, и еще 2,5, чтобы потом можно было равнять и выставлять бендер, потому что у некоторых бендеров этой шкалы нету. Ну, это есть. Выставляем бендер на 1 сантиметр. Вот. Когда формируем малый фальц, сначала загибаем 1 сантиметр. Загибаем под 90 градусов. Сделали. Выдвигаем. То есть на столе тоже выдвигаете. Выставляем 2,5 сантиметра. Готово. И поднимаем. Двойным бендером делается все гораздо быстрее, чем одинарным. Так готовятся стартовые картины, когда вам мата картина. С двумя малыми пальцами. Вытащить. Тоже на 90 градусов формируем. Малый палец. Переворачиваем. Закатаем большой палец. Сначала поднимаем 45 миллиметров. Вставляем 45. Выставили? Поднимаем. Картины могут быть разной длины. Могут там 6-10 метров быть. У кого-то может вообще не быть прокатного станка, листогиба, ой, фальцепрокатника.
И вот люди некоторые полностью все картины формируют вот такими вот бендерами на всю кровлю. То есть по качеству ничем не отличается, просто это дольше. Сгибаем на 90 градусов. Подняли. Следующим этапом идет сантиметр. Вставляем сантиметр. Тоже загибаем на 90 градусов. И ставим 1,2 сантиметра, 12 миллиметров. Важно, я покажу, у бендеров должна быть сделана вот такая вот высечка. Для того, чтобы потом нам эта полка не мешала. Вот. Это очень важно. Если у вас такой на бендере какой-нибудь самоделки не будет высечки, вы двойной фальц не сделаете. Так, выставляем 12 миллиметров. Ой, что тебе? 12 миллиметров. И загибаем. Картина. Пускай я немножко загибает бендер, но это поправимо. Вот картина для двойного пальца. Вручную с помощью 2 без загиба бендер. Все.